Здесь кушку я возьму. Если пьем, то я беру кушку. Если нет, то я попробовала. Да. Окей. Ты хочешь? Я хочу еще на озеро посветить. А тут тоже интересно. Он полукругом идет, то есть кольцевая вот эта вот. А скульптура сделана вот не такими профессиональными скульпторами, как вот вторая, соответственно, ну видно по ней, да, что она такая уже старенькая. У него были руки, все у него было нормально, но с течением времени. Вот, да, да. А вторая скульптура это маяка, это дух пещеры. Мы тогда идем в подземный базовый лагерь. Ну, вообще, мы не так, в принципе, зачем они, да? Они... Чтобы не выходить наружу, наверное, чтобы продолжать работу. Да, потому что уже пещера настолько длинная. Настолько дальние есть районы, что это абсолютно нецелесообразно ходить с поверхности, работать в какой-то район. Здесь мне очень нравится, то есть аккуратно, чтобы не свалиться, вот сзади же, да, видите? Да. Вот здесь мне очень нравится, где маленький флакончик. Да. Пупырка торчит. Ну, все потрясающе. Тут останки русалки. Была такая культурная композиция, вот стекло. Вот эта русалка, это плёнка. А кто делает эту скульптуру? Это приезжает специально скульптурная экспедиция. Приезжают студенты-скульпторы. Угу. И они вот так, такое всякое и ваяют. Не станет вологом. Ага. Поэтому, чтобы стать вологом, надо пройти обучение, научиться работать с веревкой.
зеленый взяли. Возле меня прилетает летучая мышь, у меня такая летучая мышь на груди. Прикольно. А здесь немного не оставлю. Не натечка, это вот именно красивая мама.